Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Студия Мария Кожевникова. Здравствуйте. Только треть кировчан довольна своей зарплатой. Таковы результаты исследования, представленные экспертами HeadHunter. Они провели опрос среди жителей нашего региона. Спросили, устраивает ли их зарплата и насколько она должна вырасти, чтобы устраивать. Уровень текущей зарплаты удовлетворяет только 27% жителей Кировской области. Причем лишь 6% однозначно довольны своим доходом. Еще 21% скорее да, чем нет. 69% жителей региона сообщили, что нынешняя зарплата их не устраивает. Из них 18% признали, что их заработок должен вырасти более чем в два раза, чтобы его уровень их полностью удовлетворял. Еще 36% хотели бы, чтобы текущая зарплата увеличилась ровно в два раза. 21% кировчан устроила бы 50-процентная прибавка. Чаще всего недовольство зарплатой выражают работники науки и образования, госслужащие и медики. Кировские предприниматели отправили в Белгород 740 кубов леса. С просьбой о помощи с пиломатериалом на первоочередные нужды жителей к руководству нашего региона обратился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Кировские лесопользователи подготовили к отправке порядка 740 кубометров пиловочника. Объем даже больше, чем просил Гладков, рассказали в областном правительстве. Участие в сборе приняли компании «Хольцхаус», «Астманвуд», «Партнер», «Алмис», арендаторы лесных участков из Верхошижемского, Юрьянского, Мурашинского районов. Первые машины с лесом выехали в Белгородскую область 20 октября. Также в правительстве отмечают, что в Кирове есть ряд предприятий, которые готовы оперативно расширить или переформатировать свои производства для военных нужд и для приграничных территорий. В эфире «Экономика». В Кирове предприниматели за свой счет сделают умную остановку. Новый павильон появится на остановке у Крина на Профсоюзной. Его установят собственники помещений в Крине, сообщает паблик «Кировский транспорт». Реконструкция уже согласована. Как рассказали предприниматели, остановка будет переформатирована в умную. Будет сделана ковка. Цитирую, без преувеличения остановочный павильон будет украшением нашего города к 650-летию, сообщили представители торгового центра и добавили. Цитирую, наконец-то мы уберем этот гнутый страшный профнастил и неуместный поликарбонат. Конец цитаты. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».